Благотворительный фонд «Казахстан Халкына» оказал помощь более 500 пострадавшим в дни трагического января. Это семьи погибших военнослужащих, правоохранителей, тяжелораненые дети и взрослые. На счета случайных жертв массовых беспорядков отправили по 2 миллиона тенге. Так, общая сумма пожертвований за прошлый год превысила 2 миллиарда тенге. Свою долю компенсации получили и пострадавшие при наводнении в Западном Казахстане. Финансовую помощь обещают оказать и пострадавшим жителям Экибастуза, отметили в фонде. В селах Шалган и Жахсыбай были построены 30 жилых домов для пострадавших жителей на сумму более 771 миллион тенге. С начала чрезвычайной ситуации в Экибастузе фонд находится в тесном контакте с руководством области. Не остались без внимания и погорельцы в Костанае. В прошлом году каждая пострадавшая семья получила по 2 миллиона тенге компенсаций в жилье от местных властей. Вскоре будет 100% восстановлен детский оздоровительный лагерь, пообещали в фонде. Между тем, сейчас на счету фонда почти 132 миллиарда тенге. Эту сумму пожертвовали крупнейшие компании, частные организации и неравнодушные меценаты. Средства также распределят по 20 программам, начиная от развития сельских школ до лечения тяжелого больных пациентов. В этом направлении фондом обеспечены лекарственными препаратами 84 пациента, из них 75 детей. Лекарства были обеспечены на сумму более 11 миллиардов тенге. Кроме того, в рамках зарубежного лечения мы направили 11 пациентов в зарубежные клиники на общую сумму более 180 миллионов тенге.